Следователи столичной прокуратуры и СБУ задержали директора украинско-немецкой оружейной компании. Подозревают его в торговле оружием. Об этом сообщил зампрокурора Киева Андрей Андреев на своей странице в Фейсбуке. Бизнесмен пытался продать пистолеты Макаров, ТТ и Шмайсер. Цена, которую назначил за арсенал, порядка 66 тысяч гривен. Компания имеет лицензию на переработку огнестрельного оружия в травматическое. Задержанный пытался продать как раз боевые пистолеты. Теперь ему грозит срок до 7 лет. Проводились негласні слідчі дії, і це вже другий продаж, який ми зафіксували. Тобто у нього буде інкриміновано йому ще додатково те, що це неодноразові, скажімо, оборудки його з зброєю. Йому оголошено про підозру, він затриманий.